Первая. Говорящая чихуахуа Софи. Эйвен, Софи, идите сюда. Идите сюда. Иду, иду. Куда едем-то, мам? Куда едем, мам? Мам, куда едем-то? Сейчас поедем на осмотр в местную ветклинику. Блин. Понятно? Блин. Опять на осмотр. Ну, в общем, это вторая часть влогов про проверки в ветклиниках. Кто не смотрел первую, ссылка на экране и в описании. В прошлый раз мы ездили на байке, а в этот раз мы решили поехать на велике. Все. Ну, простите, что я спиной к камере, так уж мама меня посадила. Едем. Устраивайтесь поудобнее. Да, спасибо, мам. Только ты поаккуратнее как-то, чтобы нас не особо... О, ладно. Все, ты немножко. Хорошо, что сегодня не жара, да? А, да, хорошо. Мы едем с мелкими в местную ветклинику. Поедем по дороге даже. Дети сидят в корзинке, Иван первый раз, а ты уже не первый раз. Ну как тебе, Иван? Ты же первый раз едешь. Прикольно, мне больше нравится, чем на байке. У нас горит зеленый свет. Мама опять песни поет. Да уж. Мам, как-то мы долго что-то едем. Клинику мы, видимо, проехали. Ну вот, а ты говорила, знаешь, куда ехать. Я тебе говорила, на карту смотреть надо. Ну, раз клинику мы не обнаружили, попробуем доехать до продуктового магазина, кое-что купить, а потом вернуться и на обратном пути найти клинику. Да уж, мам, хорошая стратегия. Как всегда. Мам, ты только в следующий раз на карту смотри, а то так и будем ездить весь день. Да кого она не на мотобайке-то ездить? Столько долго, жарко? Ой. Ну ладно, мам, мы уже приехали, уже к продуктовому, не переживай, сейчас отдохнешь. Сейчас мы тут припаркуемся, я надеюсь, нас никто не поругает. Да не поругает, мы же такие хорошие все. А ты нас что, с собой не возьмешь, что ли? Мы что, тут останемся, Софи? В магазин нас не пустили, придется сидеть ждать маму, да, здесь? Да, дискриминация какая-то. Будем ждать, сидеть. Да, да, мам, раз да, раз магазин не тут, пускают да, таких мам. Собак. Иди уже, мам. Да? 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 Да, мам, да, 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 да. Ждать. Все, иди, уже иди. Я в них уверена. Вот они! Кто сидит? Кто маму ждет? Кто ждет маму? Мамочка, мамочка, уже устали тебя ждать. Мамочка. Мам, ты куда? Вот мам, они. Мам. Зачем она сидят, меня так ждут, да. Сейчас мама рыбки припакует и поедем. Сейчас. Вот так меня можно узнать в Таиланде. Две собаки и рыбы замороженные. Это был самый обычный день. Скрипели педали, на багажнике велосипеда таяла рыба. Плюс 35 градусов, и девушка с собачками медленно приближалась к дому. Кто ждет маму? Вот мы приехали, кстати, к этому пет-шопу, который здесь у нас Пэтмак называется. Эйвен, Софи, заходите. Пойдемте посмотрим, что там есть, а? Заходите. Что-то есть охота. Когда, конечно, завтрак это? Всякие вкусняшки тут у нас. Шлейки, намордники. Идите сюда. Ну, купи уже чего-нибудь или пошли. Нам выватает. У нас мам, да ем уже. Уходы за шерстью, корма, тут у нас всякие ошейники красивые, шлейки разные. Тут у нас вкусняшки, распродажа на вкусняшки, всякие шампуни разных марок и всякие другие штуки. Духи для собак, все для ухода за шерстью. Смотри, какие шампуни. Да что там не видно? Дешевые шампуни. Пробники шампуни. Это специальные для собак с разными проблемами кожи и шерсти. Корма, корма. Эйвен, пойдем спрячемся от мамы.
Добавки, консервы. Так ты нас не добавь. Ты же первый нас сдашь. Консервы. Консервы, консервы. Еще консервы. Много консервов. Эй, Иван! Да, мам, я тут. Софи! Вот я же говорила, мы не поиграли так. Скучно и надоело мне с вами уже. Домики такие для кошечек. Педигри. Еще домики. Много-много домиков. Много кормов разных видов. То есть магазин больше специализируется на кормах, на вкусняшках, на всяких. Домики, травка для животных, рулетки тут у нас, одежда всякая разная, красивая, прикольная. Сверху сумки для собак разные, маечки. Софи, с ней все в порядке. Они. Мам, ты как зомби. Сумки, домики, корм, консервы. С тобой все нормально. Что, Софи? Ну не обижайся, нормально, пойдемте. Нормально все. Наконец-то! Что это? Что это? Что это? Что это? А, это просто ноги, блин. Мам, пошли уже. Мам, пошли уже отсюда. Вот на кассе какие штучки висят. Тут бантики. Мы здесь бантик свой покупали. Вот такой вот магазин, довольно большой. Находится около МАК. Да, довольно большой, да, довольно. Только мы ничего не купили в итоге. Да, уже ноги тут всякие. Да, пошли, так, мам, пойдем. Уже. Там уже рыба растаяла. Да, мам, ну, наверное, ну пойдем уже, а. Ну, наконец-то, ура, ура, пошли уже, открывай, давай, давай. Ура. Эйвен, иди сюда. Где я? Где они? Где? А, вот Эйвен. А, вот вы. Иди сюда, мы типа послушные. Что с этой собакой? Стой послушно. Да, стою. Мам, ну кончай, ты главное, да. Мам, ну все, мы уже послушные. Ну, послушные, все. Поехали, мам. Поехали мы из района магазина, в который нас не пустили. Пришлось ждать, да? Едем обратно. Потому что мама очень ответственна. Потому что мама ответственно посмотрела карту. Поэтому мы купили кусок замороженной рыбы. Потому что мама ответственно подошла к вопросу о расположении клиники. Очень ответственно. Крайне ответственно. Софи, ты зануда. Ну и что, буду лежать. Да, давай, мам, уже покончим с этим быстро. Дадим эти анализы уже и все. Давай. Давайте. Скорей. Сиди, жди. Почему в единственном числе? Кто ее знает? Да, жди. По-моему, доктора сегодня не будет. Завтра в госпиталь. Как знали, проехали его. Мы едем в далекие края. Потому что у нас очень ответственная мама. На велосипеде. Мы едем в далекие края. На велосипеде веселые друзья. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. В общем, как я и говорила, благодаря нашей очень ответственной маме, которая заранее подготовилась к поездке, мы не нашли ветклинику, а когда нашли, узнали, что у доктора сегодня выходной. В общем, нам назначили на завтра. А это уже будет в третьем влоге из этой серии. Вот мы и приехали домой. Почему мама всегда так рада, когда мы приезжаем домой? В смысле? Она всегда говорит сама собой и говорит, домой приехали, вот домой, вот приехали, вот и приехали. Я не знаю, ведь. Кто ждет маму? Кто? Кто мои собаки?